Здравствуйте, друзья. У нас подошел момент, когда мы хотим снова посмотреть на наши зеленые насаждения и посмотреть, насколько они вообще движутся в том смысле, в каком они были посажены. Да? То есть вот эти маленькие, вот посмотрите. Вот видите, такая маленькая-маленькая такая зеленая штучка. Так особо не расширяется. Ну так вот. Действительно, она маленькая. И вот рядом с ней маленькая. Вот с этой стороны участка они какие-то пока не очень разросшиеся. Не знаю уж почему, но во всяком случае водички им хватает. Это не связано с водичкой. Вот они начинают расти, смотрите, более крупными становиться. Они, кстати, сейчас цветут. Очень красивое цветение. Они стали побольше. Так. Это процесс, это не сразу все. Так, это наша река каменная. Вот тут уже еще немножко больше. А вот тут, пожалуйста, смотрите как. Вот из такой же точно маленькой горочки. Смотрите, как разрослось, красиво стало. И вот тут тоже. И вот громадный. Слушайте, лимончик попал в кадр. Я вчера посчитал, на нем 20 лимонов. Смотрите, вот такие маленькие. Дерево-то на него смотреть не на что, но там, ну я даже не знаю, сколько тут, 40 сантиметров максимум в высоту, и веточек особо нет. Да. Сорт называется Meyers. Если кто хочет лимончики сажать, очень рекомендую. Так. Может быть, здесь солнышко больше, даже я не знаю, почему так происходит. Вот. Давайте мы посмотрим дальше, что у нас. Так, пройдем. У нас беседочка тут. Так, я обойду с той стороны. Да. Ну вот здесь побольше. Получше разрослось. Так. И здесь тоже уже как-то вот более солидные такие. Ну вот видите, оно потихонечку из совершенно крохотных становится все больше, больше и больше. И есть надежда, что глядишь, там годик там другой пройдет. Не в один день, безусловно, не в один день. И разрастется, станет большим. А вот тут совсем неплохо. Давайте я в тень зайду. Буду из тени снимать. Мне на экранчике лучше видно. Смотрите, какие большие плюшки разросшиеся. Так. Да. Я уж не говорю про эти. Вы посмотрите, что творится. О, какие громадные. Я прям как настоящий кинооператор, не щадя себя. Виноград такой местный. Так, залез на бортик. Мне теперь надо с него слезать. Да, в общем, так вот, друзья, все и выглядит. Давайте еще раз общую панорамку. Наша соотечественница березка тут прижилась. Я смотрю, вверх тянется, молодец. Так, ну и все остальные там на месте. Мне хотелось вам показать, как цветочки цветут, поэтому мы так сегодня решили заснять.